Yeah.
Следующая вещь посвящена хорошо всем известному литератору, писателю. Как мне когда-то говорила моя дипломница, Стивен Кинг, конечно, это сильный чувак, но по сравнению с Юрием Мамлиевым он цветы сакуры. Но мы споем про цветы сакуры. Стивен Кинг. Говорит командир всех игрушек.
знаю, что делать, брат. Не подведу вас, дети. Все в кукурузные поля, дети. Все в кукурузные поля, дети. Все в кукурузные поля. И я не подведу вас. Начинкой, ну, которым мне некоторые отношения имеют, хоть я и фигур. И, в общем, это такая метаморфоза, метафора, связанная с безумной сибирской жизнью, о которой в Москве мало кто что знает. Короче говоря, ярость.
Ну, следующая вещь, я пару слов скажу об этом. Когда-то с замечательным мультиинструменталистом, жившим в Кемерово, потом переехавшим в Питер, сейчас он по понятным причинам, как и многие из моих учеников, живет в Тбилиси, вот, до этого жил в Берлине, да, и мы с ним когда-то придумали такой цикл «Толковые дали». Мы не смогли его дописать до конца, но некоторые вещи можно найти ВКонтакте, значит, по-моему, получилось неплохо. Одна из них в контексте разговора о антропоизносе, в котором мы все находимся, человечество истончается, как говорил великий философ Жан-Поль Сартр. Вот, но он еще не предполагал, насколько оно может сейчас истончаться. В России сейчас истончается безумно просто. Ну, в общем, вещь называется «Блуд». Это статья словаря великого Владимира Ивановича Даля. Я попробую пропеть кусок из нее. Блудиться, чем блудиться, блудить, блуждать, плутать.
микрофон. Блудящий огонь, блудящий огонь, бродящий огонь. Так что просвечивает наглая ложь.
ненависти лицами. Благодарю вас за наклейки. Убей пидора во имя Христа. Блять, убей пидора во имя Христа. Благодарю за выведенные в лабораториях СПИД. Благодарю за судьбой закон и войну против наркотиков. Благодарю за страну, где никому не позволено заниматься своим делом. Благодарю за нацию стукачей, блядь. Да, стукачи. Благодарю за все воспоминания. Ну-ка, посмотрим твои руки. С тобой вечно морока, ты всегда был занудой. Которые развязали войну. Ненавижу. Настоящие пираты. Кто не пират, тот не прав. Вот. Пират — это человек, который ответственно, нравственно умеет посылать тех людей, которые неправильно себя ведут, нахуй. Просто так, да? Вот. Поэтому я думаю, что здесь как раз все те, кто имеет отношение к пиратству. Именно поэтому следующая вещь будет посвящена, ну, такой блюзовый сон пирата. Запах трав, запах трав. Любовь —
нас всех ожидает пиздец. Любовь — это каменный век, новее меч кладенец. Мы проснемся в похмельных трюмах, никто не узнает всех лиц. Мы поймем, что в этих местах правят все королевские полиса. Правят все королевские полис, блядь. Большой цикл назывался «Антропоизнос». Мы понимаем, что мы живем в ситуации, когда наступил дефицит человечества. Он начался еще в конце 19 века, но сейчас он довольно-таки усилился. Вот. Ну и поэтому, собственно говоря, наши вещи, они не очень веселые, но нам представляется, что в то время, в которое мы существуем, надо петь не веселые, а не просто грустные, а вещи, которые заставляли бы людей как-то поднастроиться на трагическое опознавание того, в каком мире они живут. Следующая вещь называется «Облака», и посвящена она умершим моим друзьям и, к сожалению, и ученикам Даши. Вот. Вот, года 4
назад. Я ее придумал после смерти моего очень близкого и талантливого ученика. И так далее. Пошли, да? Чуваки. Паша, а ты где? Кстати, если интересно, можете найти на Ютубе живую реакцию с видео. Я ее там исполняю даже в траурной греческой шапочке. Все, что нам остается. Облака, облака, блядь, облака. Облака, облака, блядь, облака. Смотришь мимо, им все никак не вдомек. Что ты так жаждешь увидеть, не вдомёк, что презрительно созерцаешь. Непонятно, зачем отвергаешь их шансы смотреть вниз через монокль отлетевших. Смотри вниз через оптику здесь побываешь. Облаков, облаков, блядь, облаков. Облаков, облаков, блядь, облаков. Не смиряйся, дружище. Дай-ка им знать. Не плачь над судьбой своей и уже чужой. Ведь в конце концов, все, что нам еще остается, облака бесстрастно глядящие на погост. На погост надежд, упований, утопий. На погост веры в нездешние смыслы. Облаков, облаков, блядь, облаков. Облаков, облаков, блядь, облаков. Сорви прошу запретного зрелища, взгляни в глаза, смотрящие вверх. Попробую проникнуть в истоки событий, которых свидетелем ты не являлся. Смерть настигнет, прикроет, зароет, встрючит, но твой взгляд запечатлеет навечно. В облаках, блядь, все в облаках. В облаках, блядь, в облаках. В облаках, в облаках, блядь, в облаках. И хором, хором, хором. В облаках, блядь, в облаках. И еще раз, в облаках.
чтобы это было все святое и по-настоящему. И чтобы нас всегда окружали верные друзья, ученики и любимые девушки. Спасибо. Ну вот, на этом мы, так сказать, и завершаем. Ну, скажите одним словом, простым и любимым. Заебись! Заебись? Но это еще не все. Еще не все. Вот, замечательная Анюта сейчас будет продолжать безобразие наше. Спасибо всем. Вы не поверите, с Анютой я дружу с 14 лет. С ее 14 лет. Мне уже было 30 с лишним. Так и дружим. Oh.
Thank you.
тут вот, несмотря на конец лета и всякое такое, мы решили позакликать весну напоследок. Держитесь, закликайтесь с нами. Никогда не будет. Спасибо большое. Наша удивительная
Ани Зайцева. Наш неповторимый Сергей Петрович Лаврентьев. Где-то там наш Паша саксофон. И его мы любим. Антон Ефимов. Елена Шестопалова. Дебют у нее сегодня. Ура! Наш Соловьев. Спасибо, друзья. Ну все, валим отсюда.